Мне стыдно, мне чудовищно стыдно, но я не смотрел этот сериал. Я не знаю даже, стоит ли об этом говорить. Стоит ли мне об этом говорить? Не знаю. Мне так стыдно. Для них семья – слабость, а для меня – семья – сила. Сегодня вечеринка в Альберино Героев, вечеринка по мотивам сериала «Острые козырьки», который я не смотрел. Сериал сейчас культовый. Основное действие происходит в Англии. Молодежь представила себя мафиози. И у них в козырьках, вот этих вот козырьках, которые носили они, были лезвия. И они делали так. Да. Вот так делали, да? Да. Культовые фильмы еще, наверное, можно пересмотреть. Но культовый сериал нереально. Десятки, а иногда и сотни серий, ну это невозможно. Не, ну почему, если в день по две, по три серии посмотреть ночью? Что, все ты посмотришь, не посмотришь? Ну, если задаться целью, не? А еще ж фильмы надо смотреть, а еще ж надо, ой, ой, ой. Вот вы так одеты по стильку прям, скажите, у вас тоже лезвие в кепке? Конечно, они острые, что даже дотронуться до них невозможно. И не надо, не советую. А вот скажите, какие коктейли пьют плохие мужчины, которые к вам приходят? Бандиты. Сегодня презентация коктейля «Крестный отец». Как раз подходящий коктейль. А составчик можно? Да, туда идет шотландский виски и ликер амаретто. Вы какой персонаж? Сегодня у нас тематическая вечеринка, мы дамы 60-х годов. А какие 60-е? Это 60-е годы позапрошлого столетия, 19 век, наверное, да? Ну, скорее всего, да, но как бы тематика немного у нас разная. Все, да, в криминале погрязли. Нет, мы еще играем замечательную игру Blackjack в очко. Да, знаем такое. Если что-то не так, то мне не везет страшно, я не умею. Мне... Мы можем сыграть. Нет. Как? Нет. Легко. Нет. Я говорю, с тобой играть, я же не идиот. Девушкам нравятся плохие парни. Не могу сказать, я уже замужем. Первое мне привлекло то, что у него было много женщин, и мне надо было, чтобы он был именно мой, добиться. Ну, то есть какой он плохой парень? Это какой мужчина вообще? Ну, Дон Жуан. Бабник, можно сказать, немножко, любитель женщин. Значит, девушка в ночной сорочке продолжает радовать глаз Альберино Героев. Но мы все-таки в нашем частном расследовании должны выяснить, чья она любовница. Ну, однозначно, потому что, конечно... Ты посмотри, а? Видишь? Ух! Ладно, ладно. Мы еще разберемся с ней. Да, да. Честно, как эта девочка попала на работу сюда? Ты понимаешь, она настолько себя уверенно держит и настолько, ну, такая надменна даже, понимаешь? Он явно чья-то любовница, явно. Явно, я бы хотел тоже так уверенно ее держать. Ну, держись, держись.